Всем привет! Сегодня я бы хотел поговорить про альбомы, которые я делаю для выпускников. Ну и в частности речь пойдет о ламинации, которая используется для того, чтобы изображение не подвергалось воздействию влаги и как-то механически было защищено. Всем известна вот такая вот глянцевая ламинация, которая бликует. С течением времени хранения альбомов на поверхности вот этой ламинации появляются царапины, появляются потертости, которые ухудшают товарный вид. Оказывается, есть матовая ламинация, которая при тех же самых характеристиках, то есть она также защищает от попадания влаги, от механических повреждений. Она, в общем-то, позволяет исключить появление царапин, исключить появление вот этих вот потертостей, потому что она сама изначально имеет такую вот шероховатую структуру, которая все вот эти вот потертости скрывает. Ну, не знаю, мне вот такая, я попробовал эту вот матовую ламинацию, и, в принципе, она мне понравилась. Единственный недостаток может быть, ну, для кого-то это недостаток, для меня, в принципе, не очень. Объясню почему. То, что изображение на вот, покрытой матовой ламинации, оно выглядит менее контрастно, что ли, как бы более блекло, что ли, по сравнению с глянцевой. Но на самом деле оно содержит большее количество полутонов, поэтому, в принципе, вот именно происходит именно такой эффект. Если можно, например, напечатать изображение, напечатать вот эту обложку, в частности, более контрастной, более насыщенной, просто поменять немножко настройки при печати. Ну, хотя мне вот это изображение более, ну что ли, спокойное, нравится больше, потому что оно содержит большее количество полутонов. А для меня всегда, например, это является показателем более качественного изображения. Но в любом случае все это нюансы, которые можно обговорить при заказе альбомов. Заказывать альбом буду рад вам помочь. Всем пока!